Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре SnowRunner, с вами Егор. И мы продолжаем прохождение региона Дон, Российская Федерация, карта промзона. Но мы сегодня и на промзоне будем, и на карте Антоновский заповедник. Сейчас я хочу выполнить это задание в поисках музыки, открыть эту вышку третью, наблюдательную. А потом переместимся с вами на карту Антоновский заповедник и попробуем там открыть эту машинку вторую, Татру. Давайте почитаем. У меня тут просто два поручения висит. Ну, прямо. Ну, одно, конечно, я выполню, а вот это под станция Подонская. Доски надо брать на этом самом, на другой карте. Есть просьба от нашей рабочей бригады, скучно работать в порту без музыки, а тут радиовышка стоит старая, запчасти мы знаем где взять, но они тяжелые, ты их привези, а починим мы уже все сами. Грузовой контейнер, взял я эту Татру, то что мы открыли, здесь грузовой контейнер, насколько я помню, он занимает две ячейки, в Татру он влезет, кран. Попробуем, как кран, не знаю. Вроде мощный кран. Должны погрузить. Всем приятного просмотра. Поехали потихонечку. Для таких заданий Татра, в принципе, должна быть нормальной. Не, ну автомобиль неплохой, мощный. У меня модовая Татра есть. Там, конечно, подвесочка и седло есть. Ну, как бы, автор просто добавил все, чего не хватало. Давай. Ох, и неповоротливая вообще, капец.
Так вроде с блокировкой все проходит, блин. Без подвески, но... Но неповоротливо. Еще как-то увернуться надо, ё-моё. Приходится так маневрировать, блин, и задом, и передом, и боком. А сейчас задом туда и подъеду. Блин, где она, ё-моё, где этот контейнер? А вон он, твою дивизию. А как же мне туда прорваться? Я думал, тут ничего нету, блин. Ох, блин, как придумают. Надо было сюда, что ли, заезжать. Да, там можно проехать, в принципе. Да, зря я сюда заехал. Выкатываемся. Да, тихо, тихо. Да что там, блядь, такое, ё-моё. Сейчас я по этому забору поеду, ну нахуй. Хрен впишешься, блядь.
Да, должен влезть нормально. Главное, чтобы этот самый кран только поднял. Да блин, кран мощный, класс. Ребята, еще развернуть надо эту. Этот контейнер. Все, в принципе, можно убирать. Отлично. Так, куда нам радиовышка? А где эта радиовышка? Как нам лучше к ней доехать? А, ну, блин, она возле гаража почти. Радиовышка. Вот она, третья вышка. Бой. Выкатываемся отсюда. Ну, для таких задач Татра неплохая. А вот это высокое седло ни к чему. Давай, покатились.
Блин, что-то я запутал. Вот она и третья вышка. Я что-то дождь льет. Хочу солнышко. Эх, писаться бы. Наблюдательная вышка доступна, вот, теперь пойдет работа. Хоть пляши, хоть пой, а все с музыкой веселее, вот твоя награда. Ну вот, ребятки, можем даже посмотреть на эту карту. О, вот как-то так. Третья вышка теперь у нас открыта, все. Так. Что я дальше хотел? А дальше мы с вами... Блин, хреново, что здесь нету магазина. Ехать, блядь, аж пор. Но он нам сейчас не понадобится. Едем мы с вами... То есть даже не едем, перелетаем. На карту Антоновский заповедник. И нас интересует КАМАЗ 6560. От автора код РСК. Стоп, это не тот КАМАЗ. А, Мустанг 5360, вот он. Так, у нас тут не-не-не-не-не-не-не. Хитрый лесничий. Привет, юноша. Тут у нас есть лесопилка. Лет ей не меньше, чем мне. Так вот, сразу за ней на берегу лежит куча старого хлама. Привези его сюда, а я тебе за это дам кое-что. Кое-что. О, блядь. У меня тут ни хрена не починило, не мост. Но нас это не пугает. Прям, ребятки. А вот тут есть объезд. Как-то выехать нам на этот. Блять, хреново с этим мостом. Но там надо... Надо будет следующее заняться им. Короче, сюда доедем. Блин, надо как-то сюда. Может, я тут проеду.
Ого. Вот, за этим контейнером. В бой. Хороший КамАЗ, ребята. Приятный. А, у него оказывается дифференциал и полный привод постоянный. Вот он как. Шикарен. Шикарен. Тёпа-тёпа-тёпа. Так, 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 так. Потихонечку ехать. Не перевернуться нам. У него, кстати, есть активная подвеска. Ну, блин, она ему, мне кажется, пока не нужна. Не знаю, может это в каком-то болоте. Если застряну туда. А так он, в принципе, на этой подвеске с такими колесами норм проходит.
потихонечку. Так, вот это, ребята, контейнер, вот он. Мы же к нему добрались. Тихо. Таямба. Да я думаю, что достану. Удочка длинная. Опа. Да блин, тихо. Так, вроде выкатились. Ага. Так, я сейчас, ребята, отмечу, куда нам, где этот лесник. Хитрый лесник. Ай-яй-яй-яй-яй. Вай-вай-вай, блядь, как тут нырнуть? Нырнуть так. Кстати, вон трубы появились. Так, так, как же его, блин? Обмануть. Ну, никак, наверное. Блин, сюда сейчас заедем, посмотрим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Может, я здесь как-то проскочу. Прицеп какой-то стоит. Ой-ой-ой-ой. Чуть не уплыл. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вот теперь по этой дороге так и прорвём. Здесь свернём. Отлично. Нырнул, бляха. Ох, тут виражи, блин. Вот спасибо тебе. Зачем оно мне? Это уже мое дело. Ступай, вот тебе денежка за труды.
Так, и тут же сразу поручение берем. Для лесничего. Долг лесничего. Вот она, Татра. Феникс. Что ты пристал к старому человеку? Говоришь ценное, что обещал. Ладно, будь по-твоему. Здесь недалеко в болотах затонуло кое-что. Мало кто про это знает, но сможешь достать, будет твое. Твое будет. Такс, такс, такс. Вот она, эта Татра. Чем мне ее доставать? А ее еще и починить надо. Блин, далековато, ну блин, там, ну, запчасти у нее, блин. У этого КамАЗа, блин, до хрена. Ва, блядь, как туда проехать? Так, где? Вот так вот по этой и по... выскочим сюда. Так и поедем, блин. Бой. Сейчас починим и вытащим, заправим. Ай-я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 й, блядь, что там такое? Коряги. Ах ты ж мать твою, а? Зараза, блин. И опять же я не поставил эту лебедку, блин. Ой, фак. Фак.
Блять, ну надо же. Да при чем здесь долблись? А. Выручай, братишка. И мы там разлеглись, бля. Вот почему я разбрасываю машины по карте. Выручаю здесь, выручаю. Аккуратненько. Да что ты будешь делать, блин? Куда тебя, блядь, гнет нахрен? Так контейнер этот, блядь. Так и норовит упасть еще раз. И подвеску опустил. Еду уже потихоньку. Так, мы на месте. Мы на месте. Thank you.
Нам ее только починить надо и все. Ремонт. Так, модуль. КамАЗ не надо, Татра. И теперь заправить. Все, ребята, тачка моя. Тачка на прокачку, я сейчас, блин, себя отремонтирую. Так, давайте переместимся в гараж, посмотрим. Смотрим на нее, на ее характеристики, что там за модули у нее. Так, смотрим подвижку, что Азов. Этот вообще мощный такой. Ну, здесь надежность Азова можно, в принципе. Ну, мощность, масса. Ну, пусть стоит мощный. Вездеход я, как обычно, ставлю. Потому что по таким дорогам здесь. Блин, ну, опять же, по... Ой, блядь. Подключаемый. Шноркель. Ну, видите, полный привод есть, дифференциал есть, отлично. Шноркель какой, допустим. Вот, самое интересное. Высокая сюда, ну а как же, конечно. Опять же, кран такой. Как-то интересно он стоит. Топливо. И... А кран можно поставить? Ну вот скажите, и нахрена оно надо? Ну да, открыть открыли, но, блядь, не, я не знаю. А мне не нравится, недоработанная. Хрень полная. Такие, либо такие. Да блин, куда ты выбила? Задние крылья, передний бампер. С лебедкой, либо такая вот. Прикольно где-то, да, по грязи, если ездить. Не так будешь застревать. Диски такое, покрасочки. А, ну тут на вкус и цвет, так сказать. Фигурки, прочая лабуда. Да, вот мне, блин, ну я не знаю. Опять же, это высокое седло, куда? Да куда на нем? Я не знаю. Не подтянет она, блядь, по таким дорогам. Без подвески. А кран? Ну, я... А нахрена тогда кран, блядь? Вот скажите. Что грузить? Куда грузить, блядь?
той Татре хотя бы кран и кузов можно было поставить. Вот погрузил отлично. А здесь нахрена. Если даже седло поставить. А, ну вот. Это типа грузить на тяжелые полуприцеп. Ну, я не знаю. Ну, будет у меня гулять. Я на ней ездить точно не буду. Это такое. Разве что. Разве что поставить вот этот модуль. И все. Типа самосвальчик. Сколько здесь? Два. Ну, металл балки. Такая машина вроде как тяжелая. И нечего перевозить на ней. Ну, реально. Ну потому у меня спрашивают, ты что с модами играешь? Потому я играю модами. Там хотя бы, блин, куча всяких этих модулей для кузова. А это, ну такой, машинка неплохая, если это красивая, да. Ой, ладно, друзья, как-то так. Что поделать? Будет пылиться ставить. Может, где-то что-то перевезу, но... Не знаю. Посмотрим. А на сегодня все. Спасибо вам за просмотры, за лайки, за поддержку. Всем мира, добра, здоровья. И до встречи.